Совсем скоро наступят долгожданные летние каникулы. Чтобы летний отдых не был омрачен неприятностями, следует помнить о личной безопасности. В рамках профориентационной и воспитательной работы для учащихся школ продолжаются мероприятия на территории спасательной станции Центра гражданской защиты. Восьмиклассникам из лицея номер 7 предстояло познакомиться с альпинистским снаряжением и попробовать себя в скалолазанье. Первое упражнение удалось выполнить практически всем, а вот со вторым, где требовалось передвигаться по веревке и использовать своего напарника для страховки, чтобы не упасть, справиться было гораздо сложнее. Мы никогда не повторяемся. Все время что-то новое. Вот сегодня новое с альпийским снаряжением. Потому что они все детям интересны, и нам не хочется быть одним и тем же. Нам тоже интересно, чтобы нашим гостям было тоже. Это забавно и познавательно, и нужно для жизни. По традиции учащимся предложили на себе прочувствовать, насколько нелегок труд спасателей. Так Роман попробовал поработать бензорезом и бензопилой. Двое смельчаков погрузились в клязьму в гидрокостюме «Рыжик», который используется для работы на воде. Арсению и Кириллу нужно было добраться до очага возгорания и потушить пожар, но прежде пройти полосу препятствий, которая в реальной жизни у спасателей куда сложнее и опаснее. Мне понравилось, очень даже понравилось. Конечно, это весьма тяжелый труд, потому что, форма достаточно тяжелая, и одевать ее нелегко так быстро. Тут, в принципе, он сложный довольно. Не каждый сможет это сделать. Да и, в принципе, страх побороть там пожар, то что не каждый сможет перед страхом смерти даже и отдать жизнь, чтобы спасти другого. Руководители школьных групп всегда с благодарностью отзываются о профилактической работе спасателей и привозят детей на станцию регулярно. Очень интересное занятие. Мы уже здесь не первый раз работаем с спасателями, с гидравликой. Занятие было на воде у нас, петля Александрова, лодка у нас была. То есть это не первое занятие. Они очень увлекательны и очень нужны детям. Я думаю, что мы продолжим такие встречи, и не раз еще встретимся на этой станции. Так экскурсии по спасательной станции выполняют целый комплекс важных задач – информирование о безопасности, воспитание молодежи и помощи в выборе профессии. Ведь кто знает, возможно, уже кто-то из этих ребят захочет в будущем пополнить ряды спасателей. Евгения Корытько, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.